По идее, стресс – это мобилизация. Если вы смотрите свое экранное время, и оно у вас больше, чем 2 часа в день, ну, вам точно есть о чем подумать. Если мы перестанем жаловаться, мы расслабимся и все вымрем. Вы идете по улице, где толпа людей, все куда-то идут, кто-то в хорошем настроении, кто-то в плохом. Вас кто-то толкнул, вы расстроились, вам больно, вы расплакались. Все, весь день у вас пошел на смарку, возникли какие-то проблемы эмоциональные. Когда, допустим, нам нужно было согреться, изобрели огонь, когда там стало нужно передвигаться на большое расстояние, приручили лошадь, сделали колесо, там, ну и так далее. Преодоление проблем было двигателем прогресса. Когда ребенок растет, у него формируются зубы слоями, эмаль формируется, и если случается что-то нехорошее, происходит задержка этого развития, а когда все возобновляется и снова становится хорошо, рост продолжается, а на этом месте, когда был стресс, получается полосочка.